Это правило дуэли. Трава на арене должна быть идеальной. Это долгая работа. Это было правило дуэля. Самое смешное дуэль. Clash Royale. Это правило дуэлей. Никто не знает, что происходит на арене. И никто не знает, что происходит в хижине гоблинов. Никто. Самая смешная дуэль. Clash Royale. У каждой дуэли должна быть эпическая музыка. Это было правило дуэля. Самой смешной дуэли. Clash Royale. Это правило дуэли. Победитель забирает трофеи проигравшего. И его достоинство. Это было правило дуэля. Самая смешная дуэль. Clash Royale. Представляем маленького дракона. Он прекрасен. Он летает. Он рыгает огнем с неба. Разблокируй маленького дракона. Скачай игру и разблокируй его сейчас, йоу. Это гоблин. Это что? Это гоблин. Это кто? Это гоблин. Он где? Это гоблинская бочка. Это гоблинская бочка. Скачай бесплатно! Привет! Хочешь увидеть мое копье? Я принц, я обаятельный. Все леди знают, что я шустрый. Я еду верхом на своем пони с моим копьем. Да, мое копье. Копье, копье, мое огромное копье, мое копье, копье, огромное копье. Скачай игру и заблокируй мое копье. Я буду рубить. Рубить и резать. Я буду зажигать. Разблокирую рыцаря. Представляем принцессу. Она клёвая. Она заряжена. И она зажжёт вечеринку. Разблокирую принцессу. Это правило дуэлей. Гигантский скелет был глупой шляпой и рюкзаком. Да. И у него кривая челюсть. Смейся над ним на свой страх и риск. Самая смешная дуэль. Clash Royale. Это правило дуэлей. Не бери нож, когда сражаешься с ракетой. Самая смешная дуэль. Clash Royale. Это правило дуэли. Тебя атакуют с разных сторон.
Держи глаза открытыми. Все время. Самая смешная дуэль. Clash Royale. Это правило дуэли. Звук трубы должен играть, когда принц уходит на бой. Принц почти ничего не делает. Это было правило дуэли. Самой смешной дуэли. Clash Royale. Подбери и подбрось бревно, закружит им головы. Он большой. Он крепкий. Это дерево. Подбери и подбрось бревно, закружит им головы. Подбери и подбрось бревно, закружит им головы. Разблокируй бревно и закрути им головы. Это баллада воина, у которого много дел. Мастер с фиолетовыми волосами, который любит взрывать шарики. Она стреляет в дракона, и это не так уж и легко. Она стреляет в миньонов, и делает это снова. Она мушкетер. Разблокируй мушкетера. Разблокируй ее сейчас. Он мини-мини-пека. У него есть один светящийся глаз. Могучий воин-робот. Рога тянет к небесам. И он скажет только одно. Блины. Могучий истребитель блинов. Дай ему сироп и масло. Разблокируй мини-пеку сейчас. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Lightwood, и я хочу сказать, что это мой первый опыт по озвучиванию вообще чего-то. Хочу сказать, что все эти видео, которые вы только что просмотрели, принадлежат Supercell, то есть разработчикам игры Clash Royale. И перевел и озвучил его я, Lightwood. Надеюсь, вам данное видео понравилось, всем удачи и всем пока.